Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft Among Pixelmon, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 58-ю серию. Что мы будем делать в этой серии? В этой серии мы, наверное, уже докачаем нафиг наш орб. На нем еще осталось 63 убийства. И, наконец-то мы заспавним вторую по счету легендарную птицу, Артикуну. Да, в этой серии, если честно, мы, вряд ли успеем это сделать, даже если постараемся. Поэтому, наверное, мы это уже сделаем в следующей серии, когда уже докачаем наш орб. И, в принципе, сделаем вот это, да. Почему, вы спрашиваете, я здесь? Потому что я хочу найти еще одну саванну, чтобы уже продолжить искать алтарь 1100 минус 600. Потому что, алтарь у нас уже есть, да? Точнее, я вообще туда ты пыхнулся, может там минус какой-то был? Вот, минус 800. Точнее, алтарь Молтреса у нас уже есть. Алтарь Артикуна у нас уже есть. Все, что нам осталось, это алтарь Забдуса. Но алтарь Забдуса, как всегда, не очень такой частый, а наоборот, редко встречается. А может он точно так же заспавнится, как алтарь Артикуна, кто помнит, как я говорил, ну где же алтарь Артикуна? Потом сказал, вот он сейчас тут будет. И пум, сразу перед глазами, можно сказать, у нас заспавнился алтарь. Прям генерация так сделала, что прям сразу же заспавнился алтарь. Поэтому не знаю, может что-то надумает и заспавнится. Так. Сейчас. Вот так это можно выкинуть. Поэтому, ребята, я не знаю, нужно искать. Не сейчас, так позже нужно искать. Потому что, когда мы заспавним Артикуна, у нас уже будут две птицы. И, по сути, нужно третью делать. Но было бы это так просто найти алтарь Забдуса, самый редкий, походу. Зато круто, смотрите, ребята, мы, в принципе, и будем искать и алтарь, и заодно будем прокачивать наших покемонов, потому что тут вот, есть иногда вот такие большие уровни, и, в принципе, это круто. 30-е, 40-е, не скажу, что прям бишарпы, но все же, хоть какой-то, знаете, опыт будет идти. Это, в принципе, нормально, если честно. Кого мы в первую очередь будем прокачивать, наверное... Опа. Да, давно такого не было. Это что, я, в принципе, как-то быстро нажал, что зависло? Твою мать, это сейчас не выйти ни хрена. Ладно, сейчас перезайду. Ну что, ребята, мы продолжаем. Перезашел я, фиг его знает, почему вообще такой баг был какой-то. Ну да ладно, алтарчик, вот сейчас он тут появится. Может. Ребята, если увидите где-то алтарь на горе, прямо орите нафиг, потому что если я не замечу, то хотя бы вы, может, увидите. И, в принципе, это будет нормально, если мне скажете, где он был. Так. Но пока ничего. Пожалуйста, будь там где-то. Будь там, пока мы таурусов поубиваем. Пожалуйста, заспанься где-то там. Хотя по карте, как я вижу, ни хрена там нету. В первую очередь мы, наверное, будем прокачивать крафдаунта. То есть ему осталось не так уж и много. В смысле, ему осталось сколько там? Пару уровней, можно и так сказать. И, в принципе, потом его, можно сказать, даже выложим сразу. Следующего мы будем, наверное, прокачивать Лаказама. А потом посмотрим. Кого? Потом по очереди. Не, ни хренушечки тут нету. Ну да, в принципе, не надеюсь, что вот мы сейчас пойдем и сразу алтарь заспавнится, но все же. И сейчас или позже нужно его будет найти. А вот вопрос в том, найдем ли мы его. Эконс. Он у нас уже есть, поэтому. Босс. Не хочу. Да, ребята, капут. Не знаю. Но он же вроде на горах спавнится, поэтому я не в курсе. Тут вроде у подножия горы его даже быть не может, или на полянах, поэтому...
не знаю. Ладно, ребята, короче, знаете, что я еще хочу сказать? Что в этой серии мы не будем никого добавлять в музей, но просто, ну, не хочется. Но зато не переживайте. Если в этой серии мы никого не добавим в музей, значит, в следующей серии мы добавим больше, чем 10 человек. Точнее, ну, да, больше, в принципе, чем 10 человек мы добавим в музей. Поэтому не расстраивайтесь, а ждите следующую серию. В следующей серии мы добавим много людей в наш музей, да, поэтому... Кто уже много комментирует, ждите, может, в следующей серии вы уже туда попадете. Или не попадете, но может, вы уже сейчас находитесь в музее, и все, что вам нужно, это просто подождать, пока придет ваша очередь. И вдруг вы попадете в музей. Не, ну, в принципе, если вы уже в списке, да, если вы уже в списке, вам нужно подождать своей очереди, то, в принципе, можно сказать, хотя... Хотя, нет, не скажу, что 100% вы попадете в музей, если вы находитесь уже в списке. А вдруг вы перестанете комментировать, как был у нас случай, да, одного человека, который уже попал в список, и, в принципе, знаете, уже было прям уже его очередь, уже почти он попал в музей, и я помню, он просто-напросто перестал комментировать, и все, я его выкинул даже из списка. Но сейчас он вроде вернулся и опять начал комментировать, и, в принципе, уже попал в список, или уже в музей даже попал, не помню, но в сути, да, то, что... Он перестал комментировать, когда был в списке, и, в принципе, вылетел. Но нет, ребята, тут уже, к сожалению, ничего не будет. Ну, тут может где-то еще вот тут, например, -90 1700. Вот. Басяндра, Рарбос. Ну, на поверхности, поэтому можно. Ни хрена себе боссом заспавнился. Ребята, я буду рад, если мы успеем. Точнее, и одного, и другого, и третьего. Это будет круто, но... Да. Успели, нахрен. Размечтался. Ну ладно, добивай уже быстро. Ну, пожалуйста, быстро. Я хочу еще хотя бы одного босса успеть убить. Может, там какой-то ультимейт босс заспавнился. Или легендарный. Ну давай, давай, добивай, я сейчас вылечусь, я тебе нафиг. Покехил. Ну иди сюда, ща мы тебе твои крылышки потрываем. Мы по нему вообще никогда не попадем, вот, наконец-то. Ладно, 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 что там выпало, точнее не выпало, уже что можно поднять. Да быстро, вот так, да, один уже пропал, как я, в принципе, сказал, что вряд ли мы успеем. Тут у нас кто? О, легендарный, как я говорил, вдруг легендарный, и, в принципе, вот он. Только я надеюсь, ты не в земле, а то что-то странно как-то. В земле, нахрен. Или на дереве. Бред какой-то. Ух, я надеюсь, мы быстренько тебя найдем. Потому что в шахте я еще не хочу сидеть. Или не знаю, сколько времени тебя искать, да? Так, когда в шахту спускаемся, лучше всего выключать шейдеры, потому что... Да, как-то странно. Вот, я слышу, значит, где-то вот тут. Во. Не пропадай, ща мы попадем. Да чё ты? Стой. Вот. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Быстро. Ладно, так. Вот замечательно. Это какая высота? 16-я. Не, ну, я ничего не имею против. Если бы мы нашли алмазики, это, конечно, бы было круто, согласитесь, потому что алмазики нужны. Так бы мы даже сделали вторую печку, да? И было бы реально круто, но... В принципе, я не знаю, может, нам стоит даже железо добывать. Точнее, не железо, а золото. Ну, чтобы потом, например, еще больше раркенди... Да ты ж нафиг. Чтобы еще больше раркенди сделать. Не, тут уже нифига не будет. Ох, ладно, потопали дальше. Шани. Уже есть, ребят.
Пожалуйста, где толтарщик? Ребята, давайте попросим, чтобы он заспавнился. Ладно. Тут, ну да, тут еще есть. Давайте уже, в принципе, долетим вот тут, в этом биоме и... Наверное, валим отсюда. Знаете, что хреново они сделали? То, что нельзя спускаться как-то быстро на крыльях, да? То есть это круто, конечно, что оно так плавно спускается. То есть нельзя разбиться, да? Это плюс, можно и так сказать. Но когда тебе нафиг нужно быстро спуститься, и оно не спускается, то я даже не знаю, как... Снимать крылья, чтобы спуститься, это, ну, не очень, потому что можешь не рассчитать и убиться. Алтарчик, пожалуйста, вылазь. Вот сейчас, например, мы уже высоко, нам нужно спуститься. Так. Зато мы деревню нашли. Круто нафиг. Деревня нам очень нужна. Да, еще такая деревня, что даже... Да, даже того дома нет. Хотя, может, где-то... Есть. Вижу, что есть. Фу, ладно. О, ребята, вы меня вообще не предупреждаете, ни хрена. Я только сейчас случайно заметил, что у нас уже крафтан прокачанный. А эволюции, в принципе, у него вроде больше нету. Поэтому выкладывать его... Ух ты! Выкладывать его уже можно. Это что, Голдор? Вот это. Там еще Басяндра. Ультимейт босс! Если бы ты еще, зараза, в земле не был, было бы вообще круто, но ты в земле. Но то, что ты ультимейт, тебя спасает, можно как-то и так сказать. Фу. Надеемся, что он где-то тут будет. Хотя я вроде очень далеко отошел вперед, но все же надеемся. Может там какая-то глобальная, знаете, пещера, что он где-то вот тут будет. Если нет, то нам нужно будет подниматься опять наверх. Как я понял, так, наверное... А, нет, вот он. Тогда это быстренько сюда. Ух, вот ты меня напугал нафиг, Хантер. То, что хреново, что у нас еще нету даже... у нас даже Гасли нету, это странно. Как его у нас нету еще до сих пор? Ух, ни хрена себе, смотри, сколько там всего выпало. Главное, все выпало, но XP-шер нахрен никогда не выпадет. Вот, смотрите. Ну, так и знал, а. Так, что там выпало? Колбаси там. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот так, замечательно. Ой, где мы? И заблудился, короче. Это какая вообще высота? 17-я, ребята. Вот он! Ахахахахахаха. Не успел сказать, что вдруг алмазики будут, и вот они появились. Главное еще не упасть. Фу. Так. Ребята, у меня ощущение, что в этой серии мы еще печку даже сделаем. Только туда еще как-то спуститься нужно. Вот так, да, допустим? Сейчас. Но только я надеюсь, что тут не один алмаз будет. Да твою нафиг. Вот так. Главное, не умрем. Хотя вряд ли мы умрем, но все же. Фу. Сколько? Один алмаз. Так у нас даже кирка зачаренная. А ты нам один алмаз даешь. Вот охренеть. Я думал, уже сделаем себе в этой серии алмазную печку вторую, но, как видно, нет. Ух, ребята, сейчас мы вернемся домой. Я просто еще кое-что вспомнил, что я хотел сделать. Но опять забыл. Я же хотел себе сделать стенд для крыльев. И мы, в принципе, сейчас даже попытаемся это сделать. Я точно не помню, как он делается, но все же мы попытаемся. Вдруг получится, и вдруг, в принципе, это прикольно выйдет. Получится. Итак, ребята, выкинула, я не знаю, почему просто взяла и выкинула, но все же, ладно. Мы вернулись домой, и вот что я вспомнил. Знаете, что я вспомнил, ребята? Я же хотел сделать стенд для крыльев. И, в принципе, давайте попытаемся в этой серии что-то сделать. Я не обещаю, что мы все крылья сделаем, все стенды, но хотя бы что-то чуть-чуть можно попытаться сделать. Сейчас мы, в принципе, наверное, это и сделаем.
В принципе, больше ничего выкладывать нельзя. Хотя как ничего? Тут еще вот это можно выложить. Что еще можно выложить? Там у нас же куча вот тут вещей. Вот так. Сейчас мы просто, знаете, быстренько очистим, чтобы не засорять инвентарь. И не только инвентарь, а бэкпак тоже. Еще вот это и вот это, да? А вот это я не знаю, это, да, вот сюда мы ставили, это тоже, это сюда. И еще вот это. Фух. Да, был бы у нас магазин, мы бы все это продали. И, наверное, столько бы у нас алмазов было и раркендий, что с ума сойти, наверное, можно было бы. Но в этом сезоне у нас магазинов нету. Поэтому вот так мы прокачиваемся и, в принципе, набираем себе шмотки, вещи. Даже если посудить потом, потому что у нас уже куча покемонов и до сих пор только один нафиг XP-шер, которым мы прокачиваемся. Это просто жопа. Я не знаю, где нам еще больше XP-шер взять. С боссов нам не падает, поэтому я не знаю, ребята, что нам делать, где нам взять. Мы никак не можем это решить, выпадет или нет. Оно, если выпадает, то тогда с боссов. Если нет, то тогда, в принципе, я не знаю, как нам вот это взять. По-другому, в принципе, никак на дороге найти не можем. Или, например, с покеболов на земле подобрать. Но там, знаете, тоже такой шанс, что с ума сойти. Так, что? Что? Вот что я хотел. 1, 2. Ну, давайте вот так сделаем. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Вот как оно делается. Только я не знаю, куда бы нам это зафигачить. Дома будет хреново смотреться. Может, ты что, издеваешься? Может, где-то вот тут. Потом пропуск. Вот тут пропуск. Вот тут пропуск. Вот тут. На улице. Кожаные, железные, золотые, алмазные. Да, если у нас хватит алмазов, чтобы алмазные сделать. Чтобы и у нас были, и на улице лежали. Если у нас есть, дайте-ка посмотрю. 5. Да, ребята, мы уже можем сделать алмазную печку. Я не знаю, нужно ли это нам делать, но все же давайте. Куда нам еще алмазики тратить? А сделать, в принципе, можно. Что там нужно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... И все, у нас будут две алмазные печки, что на самом деле очень круто. Все, больше нам уже их некуда эволюционировать. Но мне кто-то говорил, что обсидиановые печки еще круче, чем алмазные. Я не знаю, я не буду спорить, потому что, честное слово, я не в курсе, действительно ли это так. Но зато у нас уже есть две алмазные печки, это круто. А давайте посмотрим, а давайте. Обсидиан. Тогда проще... Хотя как там? Не, ну в принципе да. Фюр. Вот так. Обсидиан. Фюрнейс. Ага, действительно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну сейчас мы проверим, врал ли тот парниша или нет. Я надеюсь, нет, потому что если да, то тебя накажут нахрен. За то, что мы профукали алмазную печку. Но я надеюсь, этого не будет. Я надеюсь, что обсидиановая печка еще круче будет. Но я уже сделал, поэтому пути назад нету. Я уже сделал алмазную печку. Точнее, обсидиановую печку. Если обсидиановая печка окажется какашкой, то назад мы его не эволюционируем. Фу. Вот это другое дело. Спасибо тебе, чувак, кто сказал, что обсидиановая печка лучше намного, чем алмазная, знаете, потому что я думал, что алмазная печка — это как бы предел, то есть предел всех печек, это самое лучшее, потому что, например, да, там еще видел, что есть другие печки, но я думал, другие печки — это тоже какие-то дополнительные, так же, как, например, незерак печка, да, то есть она тоже могла быть самой лучшей, но она как работает? Она работает без угля, но зато медленно жарит. Также я и думал, что работает какая-то обсидиановая печка, да? То есть что-то там другое нужно вставлять, и она нормально работает. Оказалось, что она реально, смотри, как хреначит просто. Круто.
Да, ну все, ребята, вот мы сделали печки, мало того, что сделали себе алмазную печку, так из алмазных печек еще сделали обсидиновые печки, это еще круче. И плюс к тому, что я хотел сказать, я уже не помню, но плюс к тому, ребята, вот это еще выложить нужно. Мы немного прокачали наш орб, сколько там осталось, нужно посмотреть. Ой, так. Арбишечка, пожалуйста. 50, ровно 50. В следующей серии мы уже заспавним Артикуну. Так, что я хотел? Это выложить. Это. Это. И вроде все. Фух. Я бы еще, если честно, очень селеби бы хотел. Я не знаю, почему, но я хочу селеби. Пожалуйста. Чуть легенды. Ну, не очень хотят вылазить. Я не знаю, честно. В принципе, сейчас можно свайнубов, наверное, каких свайнубов? Пылесосов. А знаете почему? Потому что, мне кажется, в пылесосов больше шанс, что они превратятся в боссов, чем, например, те же бишарпы. Потому что это, наверное, так и есть. Сколько мы летали вот тут в зимнем биоме, тут, в принципе, всегда так, достаточное количество боссов. И плюс к тому, мы сможем еще орб прокачать. Вот, начинается. Вапуриона мы качаем, значит, Алаказама мы кидаем. Я забыл выложить краудант. Выложим, в принципе, ладно, чуть позже выложим. И знаете, кого мы возьмем на его место? Догадайтесь. Я не буду говорить, просто догадайтесь. Три попытки нафиг. Кого мы возьмем на место краудаунта? Или как он там нафиг называется, краудаунта? Посмотрим. Главное, чтобы 5 не выкинул, потому что я не догоняю, почему выкидывает. Так, ну давайте, боссики, давайте там спамьтесь. Алаказам нафиг. Фух, шайни Алаказам, в принципе, 27 уровень. А был какой, 24 или 25? Вапурион там тоже, в принципе, потихоньку качается, не прям очень быстро, но все же. Следующая Иви у нас, наверное, будет желтён, как я уже говорил. Поэтому готовимся к желтёну. Дивгонгов, точнее. Я не знаю. Они не скажу, что они прям супер-пупер большие уровни. Но все же попробовать убить парочку можно. Не, ребят, что-то вообще нету тут боссов. Нифига себе заспанилось. А хотя нет, только что сказал, но как назло. Булдор, легендарный босс. Я уже хотел сказать, что не буду рыться, но легендарный босс. Просто, знаете, хотел сказать Булдор, и сразу же хотел сказать легендарный босс. И получилось блюд. Кто-то мог подумать, что я мат хотел сказать. Блюд, то есть Булдор легендарный босс, как-то так. Хотя он вроде не легендарный. А, не, ну легендарный. Убей, пожалуйста. Замечательно. Нормально опыта. И ни хрена нормального не выпало. Еще, в принципе, знаете, так прикольно. В данж тпхнулись. Точнее, тпхнулись, а выкопались. Что прям, знаете, возле данжа. Но вроде сундуков я там не видел. Или я просто их провтыкал. Фух. Не, нифига тут нету. Да и там, в принципе, тоже нифига нету, как я понял. Нет, сундуков тут нет. Давай. В принципе, сейчас это быстро. Потому что крылья у нас же. Нет, Алаказам 30 уровень, 10 уровней ему осталось, и мы его выкладываем. Нифига себе. А сколько там Вапуриону осталось, если сейчас не смотрел? Ну, 10 уровней, если, в принципе, округлить. Здрасте, Покецентр. Был бы ты нам нужен, я бы обрадовался, но... Риолу. Я бы хотел, честно, Риолу словить, но она вроде днем, что ли, спавнится. Давайте, знаете, что сделаем быстренько.
ТП-2000 на это место, чтобы запомнить координаты. Вот так, и быстренько домой. Ща мы придем за тобой, Риолум. Не, ну, я согласен, что можно пойти сейчас за бишарпами, но... не хочется. Сейчас не хочется, сейчас хочется словить Риолу. И кого мы берем вместо Краудонта? Я хотел... Ну, хотя давайте Пиплопа возьмем. Я хотел взять Пиплопа, но я сейчас увидел, что у нас там есть Самурод, знаете? Точнее, Ашавот. Ну, ладно, пускай уже будет Пиплоп. А у нас уже, в принципе, все легендары... О, какие легендары? У нас уже все стартовики. Все прям. Последний это был Пиплоп, и мы его, в принципе, словили. Ой. Да ты ж... Чё ты... Вот, сюда. Риолу, я правильно написал? Риолу. Это кто у нас там? Это даже там нафиг. Где кажется, что в воде, да, заспанилось? И то нафиг в земле где-то. Ну что ты? Она же вроде тут обычно спавнится в горах, так же, как спавнилась в предыдущей версии. Вроде днем. Потому что, если я помню, то мы ее, в принципе, днем словили. Может, какие-то большие горы пойти, что ли? 1400-1200. Идем, не идем, ребята? Я не знаю, честно. Уже, в принципе, можно заканчивать серию, но... Вам... Давайте еще в больше. Там просто маленькие какие-то горы. Допустим. Ну, допустим, вот сюда. Ага, нет. Сюда нет. Давайте вот сюда. Минус 1200. Минус 1200. 100... 800. Ой, не... Вот так, да? Не, в принципе, я знаю, что я могу ошибаться, что может не днем спавнится, или, например, уже не в горах спавнится, но вроде в предыдущей версии тут... Селеби, я знаю, ты сейчас вылезешь. Я знаю, это твой биом. Ну, пожалуйста. Ну, Селеби. Ну давайте ее попросим все дружно, ребята. А там случайно не... Нет, или мне кажется, что там что-то светится. Хотя фиг его знает. О, ребята. Красиво. И тут я еще... Ух, ни хрена себе. Ребята, знаете что? Давайте такой опросик. У меня есть одна идейка. Точнее, даже не у меня. А у одного подписчика, который мне ее предложил и, в принципе, сказал, что это будет круто. Так, это у нас там кто? Сейчас, перед тем, как шакл. Шакл у нас уже есть, поэтому... постоим тут, пока я скажу идейку, вдруг Селеби заспается. Может, да? Но все же. Какая идейка? Я, в принципе, люблю вот эти все пейзажи, как вы могли уже, наверное, заметить, что я, в принципе, люблю вот это все фоткой, когда оно красиво выглядит, вот, например... Вот так, да, вот эти все пейзажи, в принципе, когда они красиво выглядят. И поэтому я предоставляю вам еще одну возможность попасть, например, в серию, да, так как многие люди хотят попасть в музей, чтобы, в принципе, показать, да, что они есть, что они попали в музей. Поэтому я делаю еще одну такую возможность. Кто не попал в музей или не может попасть, да, или, в принципе... редко комментирует или еще что-то, я предоставляю вам вторую возможность попасть в музей. Как вы это можете сделать? Я создам в группе ВКонтакте альбом. Ну, то есть я сейчас не буду создавать, я создам тогда, когда этот вариант вам подтвердится, если он, конечно, вам понравится. Я создаю в группе ВКонтакте альбом с пейзажами, да? Вы кидаете туда какие-то красивые пейзажи. Можете гулять, искать... или еще что-то делать. Но если вы будете брать какие-то красивые пейзажи с интернета, это, во-первых, вы ленивая фигня, которая не может пойти и поискать нормальные пейзажи где-то в мире, а во-вторых, это будет нечестно. Поэтому с этим нужно еще будет придумать, как различать пейзажи с интернета с настоящими. И вы просто кидаете какой-то красивый пейзаж в эту группу. И что мы делаем? Если он мне, например, понравится, да, если он будет красивый и прям такой, что с удивлением я на него буду смотреть, то что я делаю? Я перед началом серии выкладываю
вот этот пейзаж, да, то есть показываю вам, да, кто его скинул, какую-то картинку, если он, например, красивый, да, и, в принципе, пишу, кто это отправил, например, кто-то там отправил пейзаж, и на той же картинке я там вписываю, что его отправил вот такой-такой-то человек с таким-таким-то именем, да. И, в принципе, мне кажется, это будет нормально, потому что те люди, которые не смогут попасть в музей через... попасть в серию через музей, например, ну, я еще раз говорю, может, редко комментируют или еще что-то, то они смогут попасть в музей через... Здрасте, никого дома. То они смогут попасть в музей через... пейзажи, в принципе, показать, что они это сделали, что они туда попали. Но это тоже уже, ребят, зависит от вас. Мне предоставили идейку, я сейчас вам ее говорю. Поэтому, если вам она понравилась, то, в принципе, голосуйте. Можете, в принципе, прямо в комментариях писать. Типа, сделай или не сделай. То есть, нормальная идея или нет. Если мы наберем много, наверное, хороших комментариев за то, чтобы реализовать вот эту идею, то, наверное, мы все-таки это сделаем. И, в принципе, мне кажется, это будет круто. Но то, что вот я сейчас и подумал. Чукчи, которые будут лениться делать какие-то пейзажи, они просто смогут зайти в интернет и просто... найти какой-то красивый пейзаж и просто скинуть, типа, знаете, типа, ту, они это сделали. Поэтому и в этом я не уверен, как лучше всего вот это делать. Ну ладно, это мы потом разберемся. В принципе, я сказал вам идейку. Если захотите, то голосуйте сразу в комментариях. Ребята, на этом мы, наверное, уже будем заканчивать. Давайте, в принципе, сейчас... домой тпхнемся. Никого мы не нашли, никого мы не словили, но зато мы прокачали Краудента и, в принципе, уже взяли Пипопа. Лаказаму осталось 8 уровней, Вапориону тоже немного. Поэтому их мы прокачаем и на этом уже закончим. Зато мы сделали себе еще одну алмазную печку и эту алмазную печку переработали в обсидиановую. И потом сделали еще одну. Поэтому, ребята, на этом мы уже будем заканчивать эту серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Я надеюсь, что она заслуживает лайка, которого вы, наверное, поставите. Также оставьте свой комментарий, чтобы попасть в музей. На этом мы уже действительно заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи, ребята. И всем пока. Пока, Бобик или кто-то там. Всем пока.